И можно сказать, что если вы договариваетесь с магазином «Царь Кевер», и, допустим, у вас сейчас, начиная от пул-пар, где вы можете отметить тот же самый Патерс-дэй, или вы хотите этот праздник отметить дома, или у кого-то на даче, у Олега есть абсолютно все продукты, которые вам понадобятся для того, чтобы вы это отметили. Реально, начиная от хлеба, заканчивая сладкими вещами, еще раз напомню.
заветный телефон. Телефон заветный, потому что по нему можно, естественно, просто позвонить, задать любые вопросы, но главное, по нему можно заказать доставку всего того, о чем мы говорим. Что по Нью-Йорку, что в любой штат Америки. 2584, понятно, ты выбил W-магазин Царькевер, работает 7 дней в неделю, один день в воскресенье на 2 раньше. Один из лучших магазинов нашего замечательного города. На Бруклине лучше этого магазина. Собрал у себя галереи продуктов. Не бывает. Приходите.
всех, кто заказывал такси на Дубровку, мы сейчас сделаем вот что. Мы разыграем маленький, но очень состоятельный приз. Ну, какой приз? Вы знаете, друзья мои, есть такое понятие, приходишь в шикарный магазин и говоришь, отдайте мне что-нибудь очень вкусное. И вам говорят, а вы хотите... Чай полезно. Очень полезное. И вот сегодня мы разыграем с вами баночку черной икры. Очень полезное. Но только совершенно необычное. Абсолютно, это друзья. Это будет баночка кошерной черной икры. Попробуйте ее. Во-первых, действительно, вот по определенным там продуктам и там, я не знаю, витаминам, которые, значит, задерживаются именно в этой икре, она превосходит все остальные, просто попробуйте. Содержание йода там очень высокое. Да, и это нужно. Кстати, это нужная вещь. Все жители вот бывшего Советского Союза, помните, вот и та сторона, где Ленинград, все то остальное наше, вот мы, среднеазиатская, нам йод нужен, вот как никому. Йод нужен всем.